Это свежая порция новых интересных устройств, которые помогут вам на отдыхе на природе, на охоте, рыбалке и на пикниках. И по традиции, те, кто досмотрит ролик до конца, сможет поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Мощный блочный лук. Это отличный выбор при покупке первого лука. В комплекте с этим ультракомпактным луком идет прицел, тетива, полочка с щетками и ключи для монтировки и регулировки. Смена силы натяжения достаточно проста, нужно просто внимательно изучить и исследовать конструкцию. Производится она при помощи крепежных болтов и стаканов, карманов, плеч. Относительной чертой простого и доступного в использовании лука является возможность изменения усилия натяжения. При этом плечи и тетиву можно не снимать и не отсоединять. Отрегулировать напряжение лука можно от 30 до 50. Рыболовная сумка. Специально разработана для любителей ловли и охоты. Сумка имеет регулируемые лямки через плечо и пояс. Предназначена для переноски рыбацких коробок, катушек, насадок и прочих аксессуаров. Удобно крепится на плече и не затрудняет движение при рыбалке или ходьбе. Есть крепление для удочки. Походные камуфлированные куртки с капюшоном. Выдающимися свойствами изделия из софтшелла, из которого сделана куртка, являются их маленький вес и комбинация двух слоев одежды в одном. Софтшелл объединяет в себе внешний слой для защиты от ветра и непогоды и изолирующий внутренний слой. Поверхность является не только отклоняющей влагу, но также и отклоняет грязь. Кроме того, мягкий и обтекаемый материал придает больше комфорта при носке. Молния качественная и выполняет свою функцию без каких-либо проблем и зажевываний. Капюшон прячется внутрь воротника и застегивается на молнию. А это новая любительская рация от известного китайского производителя. Она отличается оригинальным дизайном, компактными размерами и небольшим весом. Она эффективна в своей работе при любых погодных условиях и на любой местности, ведь ее качественный сигнал и достаточно большие расстояния обеспечит встроенный 5-ваттный выходной передатчик в комбинации с системой цифровой обработки. К тому же данная модель работает с 16 каналами. С ее функциональных возможностей стоит отметить возможность сканирования сигналов и программирования, используя для этого ПК. Наличие функций Vox, PTT, скремблера и режима няни. Также в ней можно регулировать громкость и использовать гарнитуру, а при необходимости заблокировать клавиатуру. Водонепроницаемые ботинки для охоты и рыбалки. Очень хороши для трекинга, занятий активными видами спорта и повседневного ношения в городской среде, выполненные в современном стиле. Верх из износостойкого сетчатого материала и мембраны обеспечивает хорошую влагозащиту и циркуляцию воздуха, таким образом поддерживая оптимальный микроклимат. Подошва из качественного полиуретана с повышенной устойчивостью к износу обеспечивает высокое сцепление и отличную устойчивость на пересеченном рельефе, а главное, прекрасно защищает от потери тепла. Амортизационные свойства подошвы максимально предохраняют ваши суставы от нагрузок и предотвращают микротравмы лодыжек, коленей и бедер. На природу то, что нужно. Практичный и легкий полиэтиленовый пакет для воды с завинчивающейся крышкой на горловине и ручками для переноски. Компактно скручивается и в сложенном виде не занимает много места. Часто в походах возникает проблема поиска воды и не всегда удается разместиться у самого источника. Чтобы избавить себя от необходимости носить к источнику пластиковые бутылки и разную посуду от кружек до кастрюль, положите в рюкзак такой пакет для воды. Он абсолютно безопасен для здоровья, не содержит вредных соединений, практичен в использовании и за один раз позволяет набрать и перенести от 5 до 10 литров воды. Велофара с сигналом и спидометром – незаменимый помощник для вашего велосипеда. Центральная кнопка при длительном нажатии включает и выключает свет, а при коротком переключает режимы освещения. Если же велофара была включена изначально, то краткое нажатие включает, активирует экран, который переходит в режим сна через 1 минуту бездействия. На дисплее постоянно показывается уровень заряда АКБ и скорость. Отображение третьего параметра можно выставить кнопкой Mode, поочередно меняя режимы отображения. Кнопкой Set вводим значение, в частности длину окружности колеса. Фонарь классный и навороченный, для велосипеда самое то. Неплохой походный набор посуды, который идеально подойдет для туристических путешествий, поездок на пикник, охоту, рыбалку и так далее. Включает в себя чайник, котелок, сковороду и крышку. А прочный мешок-сетка на стяжке позволяет удобно транспортировать набор, например, привязать к рюкзаку. Хотя у продавца можно укомплектовать себе все, что вы хотите в этот набор.
Посуда выполнена из высококачественного анодированного алюминия, отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформации, высоким температурам, царапинам и сколам. Материал не окисляется, благодаря чему пища при контакте с ним не впитывает посторонних вкусов и запахов. Wi-Fi роутер, который работает от сим-карты. На пикнике или просто на отдыхе, если вам нужен интернет для нескольких людей, то такой роутер – это то, что нужно. Приехали, подключили Wi-Fi раздачу и пользуйтесь благами интернета возле речки или в лесу. 4G Wi-Fi роутер обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит в секунду, производит точку доступа Wi-Fi 2,4 ГГц с мощным покрытием Wi-Fi в 300 квадратных метров. Доступ к интернет-соединению достигает 10 пользователей. Мультитул со сменными лезвиями включает в себя 15 функций, оптимален для использования в туризме и для активного отдыха. У него небольшие размеры, удобная конструкция, а также есть сменные лезвия и фиксаторы в комплекте. Модель разработана по принципу классического мультиинструмента. Основное приспособление – плоскогубцы. Здесь 15 функций для выполнения различных видов работ на практике. Инструменты в составе такие – обычные плоскогубцы, плоскогубцы острые, кусачки из мягкого материала, кусачки из жесткого материала, линейка, ножницы, сменный нож, инструмент для зачистки проводов, стеклобой, отвертка Philips, пила, шило, плоская отвертка, консервный нож и открывалка для бутылок. У меня есть этот мультитул. Штука огонь. А вот и конкурс, приз 300 рублей. И как только наберется на ролике 600 лайков, я сразу же разыграю приз. Условия простые. Лайк, подписка с колокольчиком и любой комментарий про природу. Например, что вам нравится в вашей местности или какие места вы любите посещать. Спасибо, что смотрите. Хорошего вам вечера. И давайте, выбирайтесь уже на шашлычки. Пора уже устроить себе отдых. Пока-пока.